Добрый день, это обзор от специалистов лаборатории ООН. И с вами я, Владимир. А сегодня расскажем мы об интересном MP3-плеере от компании Kovan iAudio 9. Портативная техника Kovan отличается высочайшим качеством звука, благодаря тому, что они ее улучшают с момента основания компании. Диагональ дисплея 2 дюйма. На левой грани мы видим кнопки громкости и микрофон. На правой грани можно видеть кнопки включения, блокировка плеера и кнопка вызова меню. Снизу наблюдаем разъем для USB формата micro-USB и разъем для наушников стандарт 3,5 мм. Также отверстие под шнурок. Также спереди видим небольшой динамик. Управление меню, оно все сенсорное. Я, наверное, привыкал около 20-30 секунд, потому что все понятно и удобно. Важная особенность, помимо отличного дизайна, плеер очень легкий. Данный плеер iAudio 9 является топовым устройством в своем классе. Он позволяет прослушивать FM-радио, видео, прослушивать, естественно, музыку, читать на нем тексты и просматривать фотографии. iAudio 9 оснащен системой обработки звука BB+, являющейся технологией нового поколения плееров Kovan. В арсенал преобразования звука также входит пакет JetEffect 3.0, включает 35 пресетов, а также 4 пользовательских настройки. В комплектацию данного устройства входят USB кабель, наушники, сертификат на покупку бесплатных приложений и платных, номинал $10. Также инструкция и диск. Также упаковка этого плеера очень оригинальная, и в ней, как вы видите, можете, допустим, посадить траву для кошечки. Здесь есть даже специальная инструкция, как это все делать, жалко, что не кладут семена. Плеер Kovan iAudio 9 очень удобный и легкий в управлении, главное не спутать его с мобильным телефоном и использовать как MP3-плеер. Также стоит еще раз упомянуть, это высокое качество звучания. С вами была лаборатория ООН, до новой встречи в наших магазинах.